Всем привет, вы на канале Макет Города. В общем, смотрите, что хотел вам интересненького сказать. Короче, конкурс на канале заканчивается. Это будет последнее видео, которое у меня есть. Работы надо было присылать до 1 декабря, поэтому не присылайте. Мне сейчас работы еще шлют и шлют люди, но я их не буду выкладывать, потому что конкурс не закончится никогда. Сегодня мы смотрим с вами последнее видео по конкурсу. И, соответственно, где-то, наверное, числа, ну, может быть, даже на 23 февраля, я сделаю прямой эфир с розыгрышем. И вот у меня такой вопрос возник. Напишите мне обязательно комментарий, как вы думаете, устроит вас, вот, кто выиграет, да, денежный приз. Я решил так сделать. Ну, например, там, ну, не буду пока озвучивать, в общем, не модели отправлю вам, а отправлю вам денежку, и вы купите уже ту модель, которую хотели. Будет 5 победителей, и выберу я их, ребят, рандомным способом, потому что если делать еще вторые туры, третьи, это мы так еще целый год с вами будем. Поэтому выберем рандомным методом. У нас получается 100 с чем-то участников, и вот кому-то, у каждого макета есть как бы свой номер. Все это в прямом эфире сделаем, рандомным методом выберем победителей, а из них уже выберем победителей по местам распределим. Ну, там будет зависеть от просмотров, либо от лайков. Я еще подумаю, как это поинтереснее поступить. В общем-то, смотрим видос, пишем обязательно комментарий. Все, короче, всем удачи в конкурсе. Не забудьте, 23, может быть, 22 февраля будет прямой эфир, поэтому следите за новостями. Все, поставьте колокольчик, вот, нажмите на колокольчик, тогда не пропустите новый видос. Все, всем приятного просмотра. Всем привет, это видео для канала Toy House, и это мой макет города. Начнем, пожалуй, с трассы, которая тут идет. Так, ну вот, начинается мой город, это трасса. Вот, идет такая трасса. И уходит потом в город основной, который я покажу потом. Здесь присутствуют частные сектора. Здесь такие участочки, частные сектора. И вот есть такая заброшка из Лего. И здесь присутствует также порт. Вот, порт, корабль, кран, пропускной пункт. Маяк даже есть. Это, как вы поняли, наверное, уже река. Идет вот такая река, тут еще такая пристань большая. Тут еще один маяк. И на этом речка заканчивается. Здесь еще есть магазинчик такой. Сайт грузовики. Еще вот такое вот здание. Я не знаю даже, что это у меня. И вот такое здание. Еще здесь есть полицейский участок. И с вертолетом. Так, пойдемте дальше. Вот мы только что пришли оттуда, а дальше идет еще трасса. Вот такая большая трасса. Лес. Еще здесь есть железная дорога и железнодорожный переезд. Вот здесь есть. Сейчас даже поезд достану. Вот он. Вот поезд. Вот такой поезд. Это очень старый Лего поезд. Где-то года так 2010-го. Вот такой. Очень классный. Давайте дальше. Есть такой старый, очень старый дом. Еще деревянный, считай. Ну, как такие, знаете, двухэтажные бараки старые. Вот за такой. Типа такого. Здесь есть разгрузочный пункт для поезда, когда приезжают фуры и загружают груз с поезда на фуру. Вот, поезд вот сюда вот приезжает, на этот рельс. Или вот сюда даже с грузом своим. И выгружают. Вот контейнер, допустим. Дальше здесь есть автобусная остановка. Такая большая, да, достаточно. Это автобусная станция, даже считай. Такой гараж есть. Еще один такой старый дом. Из коробки тоже. Только я его не успел закрасить, как и тот предыдущий. Ну ладно.
Дальше у нас идет еще трасса. Вот эта вот. Вот эта трасса, она очень большая. А до конца города идет. Еще есть. Еще такие старые дома. Раз, вот такой дом. Два. И три. Еще здесь вот есть такая дорога, тоже пропускной пункт. На разгрузочную станцию. Вот эту. Здесь еще есть магнит. Это очень старый тоже магнит у меня. Он очень давно у меня есть. Да, так дальше идут дома из Лего. Вот таких два. Раз такой дом и два дом. Такая парковочка. И пошли высотки. Вот это первая высотка. Пошла вторая высотка такая из конструктора тоже. И третья. И даже четвертая есть. Такой еще невысокий дом есть. В общем, это такой довольно элитный такой райончик. Есть такой еще магазинчик маленький тоже. И вот это ресторан. Здесь даже есть вот такой райончик. Дальше еще такой райончик. Возле этого, через дорогу. Вот тут такая еще дорога, да. Въезд в этот двор. Здесь еще есть такой еще двор. Тоже такая высотка небольшая, на самом деле. Она. Фикс прайс тут присутствует у нас. Еще какой-то магазин. Еще тоже магазин, это как будто такое витрина, стекло огромное. Еще дом, да. Дальше идет самая прикольная часть моего города, это круговое движение, на котором посередине стоит танк вот такой. Вот постамент такой, как бы памятник танку. Т-93. Такой, да. Вот эта трасса идет, и по этой трассе, как бы эта трасса и совместно улица города. Поэтому тут ездит трамвай. Вот здесь знак трамвай. И ездит вот такой вот трамвай от технопарка. Тоже очень давно купил. Да. Идемте дальше. Здесь есть вот такая кафешка тоже. Это пончики здесь продают. Вот это из Лего тоже такой вот. Пончик даже здесь есть. Такой прикольный. Еще идет из одного набора. Вот это один набор. Идет еще дальше магазин игрушек. Такой прикольный. Потом возле них стоит вот такой дом тоже большой. Тоже большой дом такой. Также идет трасса, она как бы от начала комнаты до конца комнаты. То есть вообще огромное. Клевое движение. Еще один дом и парк. В парке особо так ничего нет, потому что я больше этого ничего не придумал. Еще есть такой огромный красотенный дом вообще. И вот такой тоже домик рядом, они стоят, очень списываются. Здесь идет главный перекресток города, это улица самая главная. Вот эта вот улица считается самая главная. Вот круговое движение, съезжаешь такой сюда, вот, как бы на главную улицу. Здесь еще идут несколько домов из конструктора. Куча машин. Вот так вот еще пройду, покажу. Да. Дальше идет. Еще один дом из дерева, который я делал сам. Вот. На нем стоит вертолет. Просто это не очень реалистично, потому что на домах получается несколько этажей. Вот таких многоэтажках, конечно, не стоят вертолеты, но у меня стоит. Потому что это мой город. Вот. Так выглядит город мой. Но это еще не все. Сейчас самые крутые здания в городе. Вообще самые крутые. Вот такие высотки. Они просто огроменные. Я сделал их с кубиков, потому что не из чего больше. Вот такие прикольные высотки. Тут есть такие вот парковочки под навесом, как бы. Прикольные. Очень красивые дома. Вот так вот это все выглядит. И сейчас покажу мой город с высоты, как бы. Вот. Очень у меня красиво получилось. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Toy House. Всем пока.